Уран – это радиоактивный минерал, который после соответствующей обработки и обогащения служит источником энергии или начинкой атомных бомб. Он был открыт в 18 веке, но только в 20-м, во время Второй мировой войны, ученые в Америке сумели превратить его в самое мощное взрывчатое вещество в истории. В качестве рабочего вещества ядерных реакторов уран считается чистым видом топлива, поскольку он не загрязняет воздух, так как, например, уголь или нефть. Зато отработанное ядерное топливо крайне токсично и способно отравлять воду, воздух, почву и живые организмы на многие сотни лет.